Соня! Настя, спасибо! Ты такая смелая! Как ты не побоялась этого огромного паучищу? Я просто их не боюсь, вот и весь секрет. Но зато тут была ужасная, противная кукла. Вся порезанная. Это что, Чаки? Как в фильме? Откуда он взялся в твоей ванной? И этот жуткий клоун. Настя, это Пеннивайз. Теперь ты веришь в него? Да. Но что ему нужно? Зачем он все это делает? Не знаю. А куда делся Чаки? А вдруг он еще тут? Соня, нужно скорее отсюда уматывать. Да, Настя, ты права, нужно бежать. Мне страшно. А вдруг они все еще тут? Настя, давай я выйду первой из ванны, чтобы не привлекать внимания, и открою входную дверь. Потом ты несешься к двери на всех скоростях, и мы убегаем отсюда куда подальше. Да, давай. Как только я открою, не мешкай, сразу к двери. Хорошо. Но здесь очень высоко. Настя, под этим окном собачья будка. Если и прыгнем, то не расшибемся. Других вариантов нет. В других окнах не на что будет прыгнуть. Да, давай. Ты готова? Да, лучше прыгнуть, чем тут оставаться. Закрывай, закрывай! Соня, это жуткая кукла. Она там. Радует хотя бы то, что он за окном, а не в доме. Сонь, что делать будем? Настя, давай подумаем. Пеннивайз пугает нас самыми нашими сильными страхами. Но мы сможем от него избавиться, если совладаем со своими страхами. Так в фильме было. Доченька! Мама, мамочка! Соня, а вдруг это не твоя мама? Мама, мамочка, где ты была? Почему ты не отвечала на телефон? И что это? Сегодня Хэллоуин. Ты разве забыла? А где папа? Смотри, какая тыква. Нравится? Очень. А почему ты одна? Хочешь посмотреть, что там внутри? Светильник? Посмотри. Ах ты так? Да мы тебя не боимся. Ты просто клоун-неудачник, живущий в канализации. А с одержимыми куклами мы вообще не церемонимся, понял? Знаешь, что мы делаем с такими, как ты? Спроси у куклы Лены. У тебя ничего не выйдет. Не на тех нарвался. Соня, борись со страхом! Борись! Это твой страх! Этого паука не существует! Не бойся его! Я тебя не боюсь! Ты ничто! Просто букашка! Безмозглое насекомое. Получай! Настя! Они что, исчезли?
Да, мы справились с ними. Соня, ты победила свой страх! Мы одолели Пеннивайза! Ура! Мила, все в порядке? Что вы на нас так смотрите? Будто привидение увидели. Мы слышали какие-то крики. Кто кричал? Да мы с Настей играли так. Мама, папа, вы вернулись. Я так рада, что вы вернулись. Где вы были? Ты не представляешь. Мы ехали по трассе, и вдруг откуда ни возьмись, взялся клоун с шариком. Мы его чуть не сбили. А сами чуть не перевернулись и не улетели в кювет. Что? А потом у нас пропала связь. Мы хотели до тебя дозвониться, но были доступны только экстренные звонки. Было очень странно. Милая, мы так переживали, что не можем до тебя дозвониться. Точно все в порядке? Да, только этот самый клоун пытался напасть на нас с Настей. И еще кукла Чаки, и еще гигантский паук. Ясно. Все как обычно. Ну да. Пойдемте чай пить. Расскажете своей страшилке за кружкой чая. Мы так замерзли и устали.